Муниципальный уровень власти максимально близок к людям. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Стремление получить обратную связь должно быть приоритетом в работе местной власти. Ставропольский край принял активное участие в проекте «Городская среда». Я по поручению министра каждую неделю в каком-либо регионе я смотрю сам, что происходит, как что делается. Я вам скажу, что то, что я увидел во дворах Ставрополя в рамках проекта по комфортной городской среде, это одни из лучших примеров. Это очень круто и здорово. Были обустроены дворовые территории, ремонт подъездов, тротуаров, парковочных мест, детских и спортивных площадок, места для отдыха. Люди это поняли, что сегодня можно изменить облик населенного пункта. Были реализованы проекты по обустройству общественных территорий. Парки, скверы, мемориалы, аллеи и площади. На развитие дворов Ставрополья в рамках проекта было выделено более 600 миллионов рублей. Очень важно нам сегодня правильно подойти к 2018 году. Я думаю, даже немножко посложнее, чем в этом году будет. В проекте приняли участие 18 муниципальных образований Ставропольского края. Проект по формированию комфортной городской среды продлится до 2022 года. Ставрополье выполняет поручения президента.